Відновлюючий масаж – необхідна процедура для кожного спортсмена. І це аж ніяк не забаганка, а ось такий варіант, який повинен бути обов'язково. І саме про це розкаже нам Альона Любімова, масажистка, спеціалістка зі спортивного масажу. І ми будемо говорити саме про нього. Отож, дуже ми раді, що ви, Альона, прийшли до нашої студії. Ви спеціалізуєтесь саме на такій тематиці, так? Спортивний масаж ви для себе обрали. Ви якось пов'язані зі спортом? Добрый день, Юля, добрый день, зрители. Я сразу хочу попросить прощения. Я, наверное, не единственная, кто будет говорить на русском языке. Но очень хотелось бы на украинском, но когда я слышу себя на украинском, это очень смешно. Поэтому на русском. Я занимаюсь спортивным массажем, но это как бы основной вид деятельности, но не только спортивным. Связано ли я со спортом? Со спорта, собственно, все началось. Точнее, даже не со спорта, а с изменения своей жизни, с выходом из зоны комфорта и полностью разворота жизни после 40 лет. Я даже могу специальные семинары читать на эту тему, как женщине выйти из зоны комфорта и после 40 поменять. А это треба? Так, это треба. Слушайте, это на самом деле на моих семинарах, когда начинаю рассказывать про себя, но эта тема иногда бывает гораздо интереснее и завлекает народ. Ой, расскажите, а как вы, что, а вы же там... работали, основная моя деятельность до массажа, до спорта совсем не связана была с этим. Абсолютно другое образование, абсолютно другая офисная работа. Вот. А потом в один прекрасный момент ты понимаешь, что, наверное, надо делать что-то другое. Наверное, хочется с большей пользой для людей и для общества. И изначально просто хотелось изменить себя, поэтому случился спорт. Ага, тобто ви спортсменка. Я просто бачу, ви дуже спортивна дівчина. Виглядаєте так, що ніколи не скажеш, що ви не займалися спортом. Ну, справді, видно, що ви спортсменка. Очень недолго, на самом деле, да. І до моменту, коли я почала займатися спортом, я к спорту не мала ніякого відношення. До того не були спортсменки, а потім стала. Ні, абсолютно, у мене музикальне образування, я там пела в дитячих колективах, і взагалі к спорту ніяк і нігде. А чим відрізняється спортивний масаж від звичайного? На самом деле мало чем, просто это направленность на решение вопросов, связанное с физической активностью. Но есть определенная специфика. Если ты работаешь со спортсменами, с выступающими спортсменами, то у спортивного массажа есть разная направленность. Вот. И я в определенный момент, когда начала работать со спортивной командой, практиковала много массажей, училась параллельно, пришла к тому, что нужно создавать что-то свое, потому что техник много, методик много, каждая из них направлена на что-то. И я разработала свою собственную методику, это методика восстановительного массажа, но предназначена исключительно для, точнее, не исключительно, а целенаправленно изначально создавалась для спортсменов, как восстановительная. Эта методика называется Athletic Master Massage. Такая игра слов. Мастер спорта, Athletic Master. И она состоит из определенной комбинации техник, которые в определенном алгоритме работают на качественное восстановление. А все спортсмены потребуют такого массажа? Абсолютно все, да? Абсолютно все. Абсолютно все. Выступающие спортсмены или просто люди, занимающиеся физической какой-то активностью, нуждаются в качественном восстановлении. Иначе через некоторое время ваши тренировки перестают быть эффективными, и результатов достижения в спорте просто не будет. К любому спортсмену для восстановления нужно что? Хорошо, правильно поесть, хорошо поспать, восстановиться и посетить массажиста, для того, чтобы массажист привел в порядок мышцы и настроил их для дальнейшей физической активности. Вони дуже сильно зношуються. Спортсмени, насправді, якщо він обрав для себе, спортсмен, той шлях, з яким будуть медалі, ну, вже серйозні, серйозні, ми не будемо говорити про спорт для себе, так, а спорт для досягнень, для того, щоб мати титули, то такий спорт, він заганяє людину. Тобто для того, щоб зробити більше, якісніше, швидше, він використовує усі свої резерви. І тут без відновлення, мабуть, ніяк. Які абсолютно саме правильно техніки ви обираєте для того, щоб швидше відбулось відновлення?
Опять же, возвращаясь к методике «Атлетик Мастер Массаж». Эта методика заключается в такой доди-концепт. Доди – это такой первые буквы четырех техник, которые используются в обязательном порядке за сеанс массажа. Первая «Д» – это драй техника, это сухая техника, очень универсальная техника, ее можно использовать на любых соревнованиях, в любом спортзале, для этого не нужен массажный стол, не нужно раздевать спортсмена, не нужно обмазывать его маслом, очень эффективная и качественная проработка мышц. Вторая буква О – это oil massage, это уже только для салона или где-то, где работает мастер, потому что тут уже техника по маслу, очень глубоко прорабатывает мышцы, способствует хорошему выведению продуктов переработки, которые скопились в мышцах и мешают дальнейшей работе. Третья буква D – это deep, глубокая проработка, точечная проработка, работа с проблемными местами. И четвертая буква – это И, инструментальная проработка. Здесь используются различные гаджеты и, так сказать, помощники массажиста. Вот в ролике мы можем смотреть работу перкуссионного массажера. Вот это он как раз и в студии есть, вы можете это есть, потом показать принцип его работы. Да, конечно. Это используется в усіх, ну, только в такой технике, так? Багато массажистов могут использовать его? Я бы рекомендовала всем массажистам иметь такое устройство. Ну, это... Любой массажист имеет тоже определенный свой ресурс. Поэтому быть в ресурсе, быть здоровым для массажиста крайне важно, чтобы продлить время, которое он может спокойно и безопасно работать. Потому что у массажистов тоже изнашиваются и мышцы, и суставы. Это большая нагрузка ежедневная, нагрузка на своє здоров'я. Поэтому перкусійний масажер – це незамінимий помічник. Я якраз хотіла запитати взагалі про зусилля, з якими ви працюєте. Це така теж непроста робота, бо потрібно мати сильні руки, їх треба відчувати, треба знати, як правильно їх поставити, аби не було травм у вас, як у масажиста. Так, це окрема тема, і я дуже багато працюю на своїх семінарах зі студентами по эргономике движений массажиста, потому что основная задача массажиста – это работать правильно и вовсе не руками. Когда говорят, что у массажиста должны быть сильные руки, но это очень глубокое заблуждение. Я учу девочек весом в 47-50 килограмм работать с мальчиками в 120 и при этом совершенно не прилагать никаких усилий руками. Правильный, грамотный массажист работает телом, ногами, то есть нагрузка посылается телом. Он просто, ну, ставит руки, но нагружает его телом, и посыл идет ногами. То есть техника работы массажиста – это определенный вид вообще искусства, который нужно отдельно преподавать всем массажистам. И тогда в таком случае ваши руки не будут страдать? Не будут страдать, да. И массажист себя бережет и правильно направляет свою силу, не травмируя себе ни суставы, и не надо для этого иметь там большие руки и все остальное. Ну, это же тоже вміння таке, это выходит, вы распределяете навантажение, которое есть у вас, в вашем теле, распределяете его правильно. Правильно, чтобы проработать качественно большой пласт мышц, потому что многие массажисты боятся этого, к ним приходят спортсмены или приходят просто крупный клиент, и они говорят, ну, простите, я могу сделать там хороший классический массаж, и это хорошо, правильно и качественно. Но он не проработает достаточно глубоко, и то, что может сделать массажист, владеющий моей методикой, за 1-2 сеанса, массажист, работающий техникой классического массажа либо какого-либо другого, растянет это на 10-15 сеансов.
А если еще добавлять все возможные гаджеты, помощники? От, до речи, давайте это... подивимо на него ближе. Да, вже пожалуйста, вы можете его посмотреть, так, подержать в руках. Он довольно такий важкий, я вам скажу. Да. Я думала, він легенький, так ні. Да. Він важкий насправді. Якщо це буде, наприклад, олія масажна, то можна теж використовувати її так, і ось за допомогою масажних олій, і ось такої кульки, яка тут є з цього боку. Ну, так? Це одна із насадок, одна да, які насадок. Йдуть ну, этому, є, да. Мабуть, різні, так, і вони використовуються так за потреби, за необхідністю, то відбувається робота, яка справді повинна бути. Бо ми таким чином поглиблюємось і можемо розминати м'язи настільки, то, наскільки потрібно. То, що може цей масажер, не може, ну, самий професіональний масажист, самий большой масажист. Ну, які угодно епітети можна приміняти, але сила цього устройство настолько велика, что 5 минут работы этого массажера заменят, ну, минут 45 работы хорошего массажиста. А тут эти же насадки могут быть разными, так? Якщо, они абсолютно разные, да. Так, если, например, массажист использует не вот такой агрегат, так, а, возможно, там гребенцы, возможно, какие-то там специальные засоби, там есть много чего, то это также полегче, мабуть, его работу и додає таких разных вариантов. А разные воздействия на мышцы и на любые ткани в человеческом организме приносят свои результаты. Просто у всех этих инструментов разная направленность и разная мощность. Но все они оказывают положительный результат в зависимости от того, для чего они предназначены. Если, например, спортсмен имеет ну, і потреби, наприклад, так, щоб зробили масаж саме такого характеру, а іншому спортсменові треба і іншого. Чи потрібні рекомендації лікарів у такому випадку, чи це просто як відновлюючий масаж відбувається і не потрібно звертатися ні до яких більше... Смотрите, если речь идет о травме, то, безусловно, прийти сразу к масажисту и сказать, давай поработаем, я травмировался там на соревнованиях или в спортзале, ну, вот здесь массажист должен задуматься. То есть он, безусловно, может провести диагностику мышечную, посмотреть внешне, подумать, как, что, и сделать предварительные какие-то свои заключения. Но от диагноза специалиста, медика, отказываться категорически нельзя. Если это просто усталость, либо нужно хорошо восстановиться, либо нужно подготовиться к соревнованиям, либо это просто вот соревновательный процесс, подготовка к соревнованиям, где спортсмен должен регулярно посещать массажиста, то здесь нам медик не нужен, и массажист сам знает, учитывает специфику спортсмена, чем он занимается, как он занимается, какие мышцы больше нагружены, с какими нужно поработать, как правильно восстановить. Он работает, дает рекомендации, и человек полностью восстановленный и в хорошем состояние мышц идет на следующие нагрузки, либо выходит уже на соревнования. А чи є противопоказания взагалі, які стосуються будь-якого масажу? От, чи ви зіштовхувалися з таким? Ну, безусловно, это общие противопоказания, если есть острый воспалительный процесс, повышенная температура, какие-то... Есть даже вот кожные какие-то проявления, вот, то тогда, конечно, нет. Тут нужно отложить, повременить. Опять же, таки, состояние сразу после травмы категорически никакого массажа. Нужно сначала дать воспалению уйти и только потом приступать к работе с мышцами. От ви так якось в одну мить ви перевернули все своє життя, так? Так. А що вам дало такий поштовх? Наверное, как каждой женщине в определенный момент отражение в зеркале. Ну, вы себе ну вот просто понимаешь, что что-то надо менять, иначе это все, ну, как снежный ком наваливается, и потом очень тяжело из этого выбраться. Ну, это я, еще... просто, да, я посмотрела на себя и думаю, ну, надо что-то с этим делать, я пошла в спортзал. Как все девочки, там какие-то попрыгушки, резиночки, маленькие гантельки, а потом этого становится мало, а потом это становится спорт. Спорт не просто ради спорта и ради там хорошенькой попы в кадре, а спорт ради достижений, ради цели. И вот здесь мне очень повезло, мне попался хороший тренер, который за 2,5 года привел меня к званию мастер спорта международного класса. Это, ну,
практически в моем возрасте, я особо никогда не скрываю свой возраст, мало достижимо. Тобто ви в 40 років вирішили змінити своє життя, да, і стали майстром спорту міжнародного класу? Так. Да. Ну, це неймовірно. Я вам скажу, так такого бывает. Такого, вот, такого я з таким удовольствием всегда об этом рассказываю, потому что, да, очень многие боятся что-то делать. Да зачем? Да уже поздно, да уже кому это надо? Да надо. Тепер да, ви собою задоволені, ви маєте справу, якою можете займатись. Любіме і діло, ви собі, да, ви собі створюєте той графік, який підходить вам. Абсолютно так? Правильно. І да, можете допомагати іншим людям. Ви абсолютно розумієте їх як сама спортсменка, тому що ніхто краще не зрозуміє. Ну, і лікарі теж розуміють, звичайно, спортсменів. Безусловно, але да, тут, якщо два в одному, як то кажуть, поєднання є, якщо є і такі у вас здібності до масажу, і ще ви привносите щось своє, то, звичайно, це буде вже мати намного великий ефективний успіх. Да. Так, так, так. Асистовно. Чи спортсмени завжди приходять до масажистів? Я знаю, що є категорії людей, яким справді це потрібно, і в яких поставлена така задача, і регулярно вони це роблять. Угу. А є спортсмени, які самі по собі, і вони рідко можуть дозволити собі, і навіть не маючи ось такої фінансової підтримки, можливо, так, скористатися послугами масажиста. От як з цим бути? Чи, можливо, це повинно бути все ж поставлено на якийсь рівень, на якийсь щабель, аби спортсмени усі приходили до того, щоб смотрите, робити если масаж? Якщо чоловік професіонально займається спортом, ну, давайте уберемо слово «професіонально», серйозно займається спортом, він понимает, что массаж – это часть тренировочного процесса, без этого никуда. Если спортсмен занимается спортом, ну так, натяк-ля, посмотрел где-то там ролики на ютубчике, составил себе сам программу, пришел в зал, занимается, типа я спортсмен, тут понятно, что он многого не знает. Но рано или поздно все равно ж от неправильного тренинга начинается, там болит, здесь болит, и он, то есть не правильное восстановление приводит к травмам. Массаж, ось, прежде добре, всего, що ви це сказали. Да, он да, направлен Арина, на то, чтобы избежать травмы. Так, вот це якраз ті золоті слова, з якими потрібно жити кожному спортсменові. Треба розуміти, що ви берете на себе навантаження, і ви так само, таке ж саме, повинні мати відновлення вашого організму. І тільки тоді ви будете здоровими. Спорт не заради того, щоб досягти і забути про своє здоров'я, а для того, щоб жити, радіти і насолоджуватись, да, життям. Я вам дуже дякую, Альона, що прийшли. Я вам теж дуже благодарна, Юля, большое спасибо, що пригласили. Так, ну а ми з гарним настроєм все ж сьогодні будемо завершувати наш ефір. Дивіться і далі телеканал «Відкритий», а ми з вами зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.